Руководители городской администрации продолжают встречи со школьниками в рамках проекта «Я для города, город для меня». Цель этого проекта – познакомить школьников с работой мэрии. Со старшеклассниками 126-й школы в Цедовском районе встретилась глава департамента кадров. Мы говорили о нашем любимом городе, мы говорили о тех процессах, которые мы ведем со стороны именно городского управления. Мы говорили обо всем, о процессах, о компетенциях, о людях, которые работают у нас, которые работают с нами. Ну и, безусловно, о самом важном, о жителях, о тех, для кого мы работаем. Ну, лично я получила мотивацию пойти, например, на службу в ту же самую администрацию Нижнего Новгорода, потому что узнал, как она работает, какие она задачи исполняет, и они мне показались очень интересными. Я понимаю сейчас, что можно рассматривать такой вариант, пойти в государственное управление в будущем, потому что это не скучно, как оказалось. Главное – захотеть, главное – учиться хорошо, конечно же. Примером к тому можно привести главу нашего города. Он тоже учился в нашей школе и добился таких успехов. Они все стоят перед выбором. Им нужно принимать решения, им нужно как-то определяться в жизни. Профессий много, но деталей они не знают. И вот в данном случае работа с кадрами, на мой взгляд, она была открыта с такой стороны, с которой они не ожидали.